Век губернии – век ивановской науки. В июне 1918 года была образована Иваново-Вознесенская губерния, а уже в августе создан первый технический вуз в советской стране – Политехнический институт. Базой для него стал Рижский политех, который в годы Первой мировой пришлось эвакуировать из Латвии. Однако промышленный Иваново-Вознесенск нуждался не только в инженерах, но и в педагогах для школ, гимназий и реальных училищ. Решением этой проблемы занялся педагогический институт. Как самостоятельное учебное заведение, Иваново-Вознесенский политех просуществовал до 1930 года, заложив начало четырех отраслевых вузов – текстильного, сельскохозяйственного, химико-технологического и энергетического. Тогда же был учрежден медицинский институт. Современная Ивановская медицинская академия – это 2500 студентов, будущих врачей всех специальностей. За годы существования вуза, а это почти 90 лет, здесь обучили 30 тысяч медиков. В медакадемии учились представители Анголы, Афганистана, Болгарии, Венесуэлы, Иордании, Камеруна, Конго, Непала, Сирии, США, Чада и стран СНГ. В год на первый курс зачисляют 500 студентов, в распоряжении которых теоретические и госпитальные кафедры, лекционные аудитории, научные подразделения. Но так было не всегда. К 30-м годам прошлого века Иваново-Вознесенск представлял собой крупный промышленный центр. Наука и культура активно развивались, а вот медицина серьезно отставала. Дефицит врачей составлял 1500 человек, медперсонала – около 3000. Создание в Иванове медвуза решало множество стратегических задач, в том числе вопрос укомплектования лечебных учреждений кадрами. В то время Иваново-Вознесенск был административным центром области, в границах которой находились известные на всю страну Владимир, Кострома и Ярославль. Они имели такие же основания для открытия вуза. Однако предпочтение все же было отдано Иваново-Вознесенску. И выбран был Иваново еще потому, что здесь было 6 вузов, несколько научно-исследовательских институтов. Значит, это было использовано, и действительно так и первые годы сотрудники вузов, они у нас совмещали на первых кафедрах теоретических. И, конечно, это не только вуз был открыт, чтобы кадр дать, вуз первых высококвалифицированных преподавателей, профессора, которые могли бы консультировать больных. Это очень много значило, открытие нашего вуза. И действительно, научное направление, которое было, оно решалось с большим успехом вот в те годы. Первое здание вуза располагалось на улице Негорелая, сейчас это улица Советская, дом 54. Госпитальные кафедры разместили по сети лечебных учреждений. Строительство главного здания вуза, того, что сейчас считается одной из визитных карточек нашего города, началось в 1935 году. Первый прием был 100 человек, и 10 еще брали дополнительно, если будет отчисление. Но в принципе так официально 100 человек. Было принято. И работал только один факультет, лечебно-профилактический он назывался. И только с 1935 года второй факультет, педиатрический, появился. То есть был преподавателей всего вот в первые годы было всего 32 человека. У нас есть хорошие, мощные кафедры теоретические. И поскольку мы используем в подготовке наших студентов все лечебные учреждения нашего города, то практически вся материально-техническая база в образовательном
плане, я имею в виду, она тоже служит нашему учебному процессу. То есть наши студенты видят вот все, что происходит в медицине Ивановской области, они все это видят. Большинство преподавателей в ГМА – сами практикующие медики. Кроме лечебного, педиатрического и стоматологического, есть факультет довузовской подготовки и послевузовского образования. Подфак для иностранных студентов. Лечебный факультет вуза открылся первым. Сейчас здесь учатся около 1000 студентов, которые после выпускных экзаменов отправятся в сеть первичной медицины, в поликлинике и смогут работать терапевтами. Поступить на лечфак считается очень престижным. К 40-му году в медицинском институте было 2 факультета и 37 кафедр. Войну вуз встретил крупным научно-исследовательским центром. Институт отказался от эвакуации сразу и продолжал свою работу. За период войны институт произвел 11 выпусков и дал стране 2380 врачей и 5000 сандружениц и медицинских сестер. То есть работа не прерывалась в годы войны. На фронт ушли почти 1500 сотрудников вуза. 200 из них не вернулись. Медицинский институт очень гордится вкладом в Великую Победу. Медики продолжали учить будущих врачей, работали в эвакогоспиталях, распределяли и помогали ребятам, оставшимся без родителей. В Ивановскую область тогда перевезли 34 детских дома. Работу врачей в шинелях сложно переоценить. Выстроена и отлажена была система службы крови. За 4 года на фронт было отправлено 105 тонн консервированной крови. Это второе место в стране. И мы гордимся тем, что все основные службы на станции переливания крови это возглавляли, все эти службы занимали все отделения, это наши преподаватели. Педиатрический факультет ИВГМА – один из самых сильных в стране. Здесь готовят медиков, которые будут спасать детские жизни. Выбор места обучения для меня не стоял. То есть после школы я абсолютно точно знала, что буду учиться именно здесь. Я не хотела уезжать ни в Москву, ни в Санкт-Петербург, ни в другие крупные города, потому что знала, что именно в Иванове есть то место, в котором я смогу стать врачом, где есть люди, которые могут мне в этом помочь и, соответственно, достичь моей цели. После теоретической подготовки ребята отправляются на практику в поликлинике. Здесь учатся находить общий язык с детьми, набираются практических знаний, чтобы потом сделать выбор в пользу определенной области медицины. Ну, у нас есть еще практическое занятие, кроме практики, которое проходит. На практических занятиях мы уже, можно сказать, ходим на патронаже, сидим на приемах, уже с детьми больше время работаем. Также в стационаре у нас идет уже, также в больничной специальности и уже сидим в больницах, также можем вести и приемы, и лечение выписать, и всего. Здание медицинской академии – одно из самых красивых в областном центре. Это яркий памятник послевоенной сталинской архитектуры, как ее называют – советский ампир. Проект этого объекта разработал наш ивановский архитектор Николай Иосифович Кадников. Ну, правда, проект отличается от того, что первоначальный проект отличается от того, что мы видим. Ну, в частности, значит, предполагалось, что по краю карниза на основном объеме будут поставлены статуи физкультурников, например. То есть там более такая интерес в оформлении скульптурами. Вот. Ну, затем от этой идеи отказались. В этом величественном здании расположены все теоретические кафедры. Здесь студенты начальных курсов проводят большую часть времени. В башне, которая первоначальным проектом не была предусмотрена, расположились 2 потоковые аудитории. Но всего этого могло и не быть.
21 октября 1996 года. Черный день для медицинской академии. Именно академии этот высокий статус был присвоен вузу буквально за пару лет до этого. Пожар, охвативший деревянные пустотные перекрытия, уничтожил 2/3 основного здания. 6 кафедр полностью сгорели. 30 помещений были стерты с лица земли. Не осталось ни административных кабинетов, ни деканатов. Занятия прекратились только на 3 дня. Уже на 4-й день занятия возобновились. То есть была большая задача, безусловно, прежде всего, это помещение найти, где бы проходили занятия тех кафедр, которые сгорели. А другие вузы, они буквально с посылки шли целый год. Оборудование присылали, книги присылали, методички. Мы с большим удовольствием все это принимали и использовали, безусловно, в своей работе. К решению вопроса подключились серьезные столичные специалисты, в том числе министр здравоохранения того времени, выпускница ИВГМА Татьяна Дмитриева. Ущерб оценивался в 78 миллиардов рублей. Стройка шла в 3 смены. Восстановленное здание получилось даже лучше, чем прежнее. Стоматологический факультет – молодой и престижный. Им медвуз обзавелся только в 2007-м. Тогда укомплектованность стомат-кадрами в Иванове у соседей составляла чуть больше трети. Решено было набрать будущих специалистов. Учатся здесь 5 лет, тогда как на других факультетах на год больше. Да и набор скромнее – всего 15 бюджетных мест. Несмотря на то, что факультет открылся сравнительно недавно, весь профессорско-преподавательский состав обеспечивает нам максимально эффективный учебный процесс, а также поддерживает инициативу студентов в участии в всероссийских международных конференциях и олимпиадах. Также мы организуем свои олимпиады, принимая гостей из ведущих вузов страны. На практических занятиях работают в 4 руки – врач и ассистент. Делятся на пары, выполняют задания. В роли пациентов – современные муляжи и фантомы. У них можно и зубы вытаскивать, и пломбы им ставить. И уж они точно, в отличие от живых людей, стоматологов не боятся. Мы студентов делим на группы, где они выполняют разнообразные манипуляции. Сюда входит осмотр пациента с записью подробной истории болезни, медицинской карты больного. Далее пациенты на муляжах выполняют препарирование кариозных полостей, пломбирование разными методами, разными пломбировочными материалами. Далее у нас существует работа по проведению анестезии различных методов обезболивания. Также студенты выполняют манипуляции удаления зубов. Стоматология – прогрессивный раздел медицины. Здесь все должно быть по последнему слову техники. Врачей, впрочем, как и на других факультетах, учат аккуратности, скрупулезности и внимательности. До пациентов допускают только после 3 лет зубрежки теоретических дисциплин. Неудивительно, ошибки врачей здесь особенно болезненны. Стоматология все время находится на пике развития. Появляются высочайшие технологии. Она очень быстро развивается, и это побуждает нас, как будущих выпускников, практикующих врачей-стоматологов общей практики, постоянно повышать свой уровень компетентности, накопление там, опыта, и побуждает к накоплению новых знаний. Бакалавриата и магистратуры в медицинском вузе нет. Учатся 6 лет, первые годы самые сложные, на них закладывается база. Прогулять или пропустить хоть одно занятие нет никакой возможности. Медицина не прощает халатного отношения. Если ты прогуливаешь занятия, то обязательно отработки, а это, ну, еще больше стресс приносит, чем обычная учеба. В общем, сложно, но если понимаешь, на какие предметы тебе нужно акцент сделать, то я думаю, что справиться можно, и без отработок даже можно. Например, на кафедре гистологии получают фундаментальные знания для патоанатомии, физиологии, фармакологии и различных клинических дисциплин. Студенты внимательно вглядываются в микроскопы, чтобы изучить все 200 типов клеток человеческого организма. Увиденное они должны зарисовать, осознать и запомнить на всю жизнь. Медицинская направленность нашей дисциплины заключается в том, что мы даем студентам различные клинические примеры. То есть, чему может привести нарушение развития тех или иных структур. Что может происходить в организме при воздействии каких-то экологических факторов, при воздействии вредных привычек, при употреблении наркотиков, алкоголя.
Так, студенты решают практикоориентированные задачи. Основы микробиологии и вирусологии студенты изучают целый семестр. Им предстоит познакомиться с возбудителями инфекционных болезней, понять, как препараты воздействуют на микробную составляющую жизни человека. Здесь учат определять, как микробы выглядят, как культивируются, продуцируют, рассказывают, как от них избавиться. Мы изучаем стафилококк, который вызывает свыше 100 различных нозологических форм заболеваний, причем поражать может любой орган, любую ткань. Затем стрептококки, возбудители особо опасных инфекций, тех инфекций, которые только даже иногда появляются, иногда даже говорим о конкретном вирусе Эбола, вирусе геморрагической лихорадки, желтого Нила, рикетсиозах и многих-многих других. Прежде чем быть допущенным к пациентам, юные медики отрабатывают полученные навыки в центре непрерывной практической подготовки обучающихся. Здесь 7 блоков, в том числе сестринской помощи, неотложки, стоматологии и хирургии. Учатся здесь и студенты, и ординаторы, и врачи на повышение квалификации. На современных роботизированных манекенах можно разобрать всевозможные критические ситуации, запрограммировать тот или иной диагноз. Студенты начинают осваивать практические навыки практически на первом курсе и продолжают их осваивать до 6 курса и даже до послевуза, до ординатуры. То есть этот центр функционирует для всех курсов студенческих и для послевуза. Ординаторы, интерны тоже тут занимаются. То есть это, таким образом достигается непрерывность подготовки. За работой будущих врачей в режиме реального времени наблюдает преподаватель. Занятие записывается. Затем студенты отсматривают материал и разбирают ошибки. У нас существует несколько различных роботизированных манекенов. Они все различной степени сложности. В принципе, самые интересные из них позволяют практически полностью смоделировать организм человека. А мы, управляя им дистанционно в режиме реального времени, можем заставлять его болеть теми или иными состояниями. А обучающиеся наши будут пытаться определить, что это за заболевание, провести дифференциальную диагностику и назначить лечение. Вам нужна помощь? Пульса нет, дыхания нет. Начинаем сердечно-легочную реанимацию. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, девять. В центре проводят экзамены. Будущим врачам нужно продемонстрировать свои умения и оказать роботу-пациенту помощь в рамках тех знаний, которые они уже получили. Это ординаторы-реаниматологи, учатся интубировать. Для представителей этой специальности важно так отточить навык, чтобы вспомнить его даже в самой критической ситуации, когда мозг отключается и остается только записанное на подкорке. В реанимацию я попала еще на первом курсе, когда проходила санитарскую практику. Я увидела, как работают вообще анестезиологи и реаниматологи, я восхищалась, потому что в этой специальности люди знают, что делать, когда никто ничего не знает. Конечно, это был эталон, я поняла, что хочу так же, и другой специальности не представляла себе. Для того, чтобы освоить искусство врачевания, сухой теории тренировки на манекенах будет недостаточно. Поэтому важная часть образования в медакадемии – циклы на госпитальных кафедрах. Это отделение хирургии. Надрезать, прокалывать, оперировать учат уже ординаторов. Студентов только ставить диагнозы и определять заболевания на человеке. Сюда приходят старшекурсники с уложенными и усвоенными знаниями по предмету. Они знают симптомы и течение, остается это прожить – и увидеть, как недуг выглядит на самом деле. Поэтому на экзамене не актер, а реальный пациент. Он рассказывает о том, где колет и как стонет, и просит помощи. Тут уже не до ошибок, как и в будущей жизни врача. Основная же наша задача – подготовить их к работе, тем, чтобы они своими знаниями могли пользоваться. Вот он закончил, ему через несколько месяцев работать, большинству работать уже в поликлинике, ему надо ставить диагноз. Ему надо определять хотя бы, куда больного направить, как назначить, если это необходимо, какое-то лечение пациенту. Вот этим занимаются госпитальные кафедры. Но они тоже должны знать хирургические предметы, должны понимать, что будет, если они неправильно поставят диагноз, как нужно лечить в общих чертах хирургическую патологию и как определять маршрутизацию этих больных.
Одинаковых случаев в медицине не бывает. Эту догму и предстоит в полной мере прочувствовать будущим эскулапом. На травматологическом отделении всегда аншлаг, боль и драма. Не для слабонервных. Поэтому на профильной кафедре учат собираться с мыслями, не пугаться и быть готовым помочь тем, кто в этом нуждается. Здесь и сейчас. Сейчас мы видели пациента одного, да, после реплантации. То есть наша область, она славится отделением хирургии кисти, в соседних областях нет этого отделения. Ну, что касается самой клинической базы, да, потому что мы находимся на клинической базе госпиталя ветеранов войн, где есть отделение хирургии кисти, где есть прекрасное отделение ортопедии, выполняет до 700-500 протезирований в год. Кафедра травматологии и ортопедии очень сильная. Первый профессор здесь, Валентин Фишкин, был руководителем прославленного хирурга-ортопеда Елизарова. Здесь защищено множество научных трудов и выучены сотни замечательных медиков. Ординаторов, желающих стать травматологами, пожалуй, больше, чем на большинстве кафедр. Конечно, надо понимать, что операции достаточно тяжелые, длительно существующие, длительно идущие. Ну, например, если реплантация, то они могут и 15 часов быть, и 20 часов. То есть это физически очень тяжело, но это как любая другая хирургическая специальность. Стрессоустойчивость должна быть обязательно, но это, по-видимому, вообще у медиков это важно. То есть важно не растеряться при любой патологии, особенно ургентной. Если мы говорим про травму, конечно, это вот, когда мы видим вот это тяжелых пациентов, которых вытаскивают из-под машин, например, и так далее. Конечно же, надо не растеряться, оказать помощь любому причем врачу. На кафедре решают и глобальную общемедицинскую задачу. Травмы – одна из самых частых причин смерти людей до 40 лет. Поэтому студентам здесь важно уметь оказывать первую помощь, диагностировать жизнеугрожающее состояние и вывести из него, пока не поздно. Ну а будни, гипсы, перевязки, дежурство на амбулаторном приеме. Лицом к лицу с пациентами. Медицинская академия – это не только место, где учат, но и где работают над фундаментальными научными исследованиями. Здесь трудятся 86 докторов наук и 226 кандидатов, 13 заслуженных врачей. Престиж каждой кафедры измеряется в количестве защищенных кандидатских и докторских диссертаций. Разработки ведут по 9 комплексным темам – фундаментальные исследования, акушерство, хирургия, стоматология, детство, улучшение качества оказания медицинской помощи населению. На кафедрах функционирует около 50 кружков. Практически у каждого преподавателя есть научное хобби. Образованная некогда неделя науки уже давно превратилась в месячник науки. Здесь проводят исследования ради конкретных достижений медицины будущего. Научные разработки у нас ведутся прежде всего в фундаментальных исследованиях, и в этом плане мы сотрудничаем по разработке нового применения порфирина, в том числе в лечении онкологических заболеваний с Институтом химии растворов. С консорциумом «Жидкие кристаллы» мы разрабатываем фундаментальные основы изменения свертывающей системы крови при лечении заболеваний после инсультов и инфарктов миокарда. Гордится медицинская «Альма-Матер» своей клиникой, уникальной в своем роде. Через эту базу курс восстановления и реабилитации проходят 1500 пациентов со всего ЦФО после травм, инсультов и инфарктов. В клинике ИВГМА обкатывают большинство пилотных проектов Минздрава, поэтому здесь самое современное оборудование и самые высококлассные врачи. Наши особенности в чем? Это действительно эксклюзивное оборудование. Опыт работы в области медицинской реабилитации, люди в основном, которые умеют этим заниматься, любят свою профессию. То есть вот клиника Академии является базой не только клинической, но и образовательной. То есть на нашей базе есть, в нашей клинике есть база функциональной диагностики, лучевой диагностики, ультразвуковой диагностики, лечебной физкультуры, госпитальная терапия. ЛФК, физиотерапия, лучевая функциональная клиника, стационарная диагностика. Чего тут только нет. Это у нас кинезиотерапевтический тренажер Экзарта. Основной смысл его – это нейромышечное обучение. На нем мы активизируем глубокие постуральные мышцы. И в первую очередь он показан больным с периферической нервной системой после перенесенных травм.
Студенты и врачи, которые приезжают на повышение квалификации, могут увидеть, как устроены роботизированные аппараты, будто сошедшие из кадров научно-фантастических фильмов. За такими экзоскелетами будущее реабилитации. Мы можем наблюдать уменьшение, в общем-то, сроков реабилитации, показанное для пациентов, как вот после инсульта, травмы пациентов на коляске. То есть мы что можем? Мы можем улучшать скорость ходьбы, мы улучшаем физическую выносливость, мы можем изменять динамику ходьбы. То есть вот тренировка на этом аппарате начинаем где-то с 15-20 минут, постепенно увеличиваем до 30-40 минут, в зависимости от выносливости. Даже средние баллы по вне бюджета у нас выше средних баллов других вузов по некоторым специальностям. То есть профессия врача, она была, есть и остается популярной. Наши выпускники востребованы. И востребованы не только в нашей Ивановской области, во всех соседних регионах. У нас, я уже говорил о целевой подготовке, у нас по целевому набору обучаются студенты из 13 регионов и различных федеральных ведомств. ВУЗ в топе, но в то же время вне конкуренции. В медицинскую академию всегда тысячи желающих поступить, тогда как набор всего 500 человек. Здесь было престижно учиться всегда, невзирая на моду. Случайных людей здесь, как правило, нет. Желание посвятить себя медицине пестуют со школьной скамьи, и поступать приходят подготовленные, ответственные и целеустремленные. Профилирующие всегда у нас это химия, затем биология и русский язык в виде сочинения. Такие же вступительные экзамены. То есть мы учитываем баллы ЕГЭ именно вот по этим трем предметам. В прошлом году конкурс был, баллы ЕГЭ, которые являлись проходными, были достаточно высокими. Это 240 на лечебный факультет, 225 на педиатрический факультет. И остаться без работы, закончив этот вуз в любую эпоху, кризис ли или расцвет, невозможно. Спрос на медиков всегда высок. Окончившие медицинскую академию разъезжаются в разные концы страны или остаются на родной земле, где найдется вакансия как для терапевта, педиатра или узкопрофильного специалиста. Сколько у нас трудоустраивается ежедневно, хочу сказать, что эта цифра колеблется порядка в от 85 до 92-94%. Но за процентами, наверное, стоят судьбы и наших молодых специалистов, а самое главное – судьбы тех жителей нашей страны, которые хотят, чтобы им оказывали наши выпускники помощь. Сильна в медакадемии и моральная компонента. В студентах с первых же занятий взращивают уважение к своей специальности, прививают чувство благодарности к профессии врача. Поэтому студенты и ходят в белых халатах, и к ним сразу обращаются по имени-отчеству. Медвуз не только обучает врачей, он их воспитывает. Настоящую интеллигенцию людей, которые гордятся нужностью своего призвания и боятся высокую честь уронить. В медицине самая главная ценность, которая есть на сегодня, это человеческая жизнь. И медицинские работники, они как встречают человечка, который приходит в этот мир, так и, к сожалению, провожают его, можно сказать, да. Цена человеческой жизни, халатность недопустима. А халатность в преподавании, то есть это, безусловно, если ты не дашь студенту все то, что он должен знать, и то, что необходимо ему может понадобиться в дальнейшем, впоследствии, то, конечно, здесь уже грузится на тебе как преподаватель.